Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Денежный четверг. Положите свои купюры под подушку. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Улучшить материальное положение и разобраться с денежными неудачами можно, используя простые, но работающие ритуалы наших дальних предков. Одним из лучших дней для проведения любых денежных практик считался четверг, находящийся под влиянием Юпитера, планеты-покровителя бизнеса и финансовых дел. Он усиливает действие обряда. Я хочу вам рассказать о том, как уже в этот четверг вы можете увеличить свое состояние и притянуть к себе рост дохода. В четверг вечером возьмите 8 купюр одинакового достоинства. Лучше всего, конечно, если это будут крупные деньги. Тогда и прирост будет больше и быстрее. Однако имейте в виду, что деньги, используемые в ритуале, нельзя будет тратить целые сутки. Поэтому не стоит использовать последние купюры. Итак, пересчитайте свои купюры. Далее расправьте все загнувшиеся концы, сделайте аккуратную стопку. Возьмите в руки и скажите такие слова. Деньги в надежном месте храню, попусту не трачу, богатство коплю. Ангелы небесные, умножьте их на 10. Пусть растет мой доход, летят ко мне деньги, как пчелы на мед. Да будет так. Проговариваем 3 раза. Когда сказали эти слова, положите деньги под свою подушку и ложитесь спать. Перед сном мысленно представляйте, как ваши деньги увеличиваются, доходы растут и вы получаете повышение и денег становится намного больше. Утром переложите уже свой кошелек и целые сутки постарайтесь их не тратить. И вы увидите, как эти деньги начнут притягивать к вам большие суммы.